вспомнилась история одна, очень коротко рассказываю, история длинная, про Турцию, все, значит, встречался как-то со своими знакомыми, они говорят, вот сейчас, через полчаса приедет старец Василий отсидел в Турции 2 месяца в тюрьме. Я там начинаю уже заранее уважать этого человека, там за веру, да, там он сидел, наверное, что-то в тюрьме, в ту старец Василий, изможденный постами человек, там такой, в клубке. Приезжает 28 человек, бывший прапорщик ВДВ. Причем очень недавно бывший прапорщик ВДВ. 1,60 м такой. Ну, комок мышц. Старец Василий такой. Я так смотрел на него и сидит. Он садится. Официант говорит, дочь моя, 300 граммов, для начала. И он так и был прав, для начала, он еще 300 съел. Наливает, выпивает, я говорю, старец Василий, а вот турецкая тюрьма, да. Он говорит, да твою мать, и вот твою мать, мы твою мать с пацанами твою мать, и в Стамбуле твою мать, и 9 мая твою мать, ну мы в баре твою мать, за победу твою мать, а тут немцы твою мать, я не твою мать, я говорю, как тащить твою мать, их мотать твою мать. Я так уменьшает в размерах, значит. Ох, грязь и все. И твой мать, полиция твою мать. Я ему как кокарду ногой, как твой мать. А кто ж на что твою мать? Пойми, что нельзя твою мать ногой, твою мать. Ну, 2 месяца дает, твою мать. Я из-под стола кровку уже говорю. Старец Василий, а что вы материтесь-то как ломовой извозчик? Хотя, конечно, он не знает, что это ломовой извозчик. Ну, как БТР там, на холостых оборотах. Ответ был гениальный, достали Василий, так, трехсоточку так, на меня так посмотрел потом. Сын мой, так я-то отмолю. Вот, нарочно не придумай. А, сказал, я отмолить. И беседа твою мать продолжится, твою мать. Так что вот, поход в Турцию, твою мать. Ahiretini biliyorum, seni fark etmez.